Итак, здоров всем, продолжаем проходить тест-драйв Unlimited Gold. Так, итак, за кадром я подвозил, а музыку я не добавил. Чё ж говорить, блядь. Забыл опять. Вот здесь вот баб я подвозил, которые требовали просто средство транспортное обычное. Вот что еще? А, ну вот купил Lotus Elise R. То есть сейчас машинка уже получается. Есть D-класса и Lotus, собственно, для день Lotus, для гонок. Потому что я помню, что тут их две или три гонки. Давай начнем с вот этого. Доставка по ссылке. Контрабанда. Я протестировал столько в этот Lotus. Мне он понравился. То есть, если покупать Lotus Exige, мне, конечно, он больше понравился. Но он C-класса. Lotus Esprit у меня был, а Elise не было. Мне он очень понравился. Он слабый по скорости. Вообще максималка никакая. Но у него очень хороший разгон, очень хорошая устойчивость и маневренность. Он легкий, на коротких кругах он с суперкарами на изи будет тягаться просто и, скорее всего, будет делать на коротких дистанциях, в замкнутых таких кругах. Это его, ох ты, бля, это его стихия, это его сфера, этого лотуса. И лотуса Excite, конечно. Но жаль, он в C-классе. Для C-класса у меня есть задумка, что купить. Тоже посматривал, но, блядь, деньги. Ну, куплю потом. Я думаю, Lotus справится с гонками D-класса. Хотя думаю, что не со всеми. Опять же, можно было насчет лотуса не заморачиваться, можно было найти прокатное ателье, снять, арендовать лотус и на арендованном лотусе пройти гонки день лотуса. Но я что-то так не захотел делать. С лотусом. С остальными машинами, наверное, так придется сделать. Вау. На отпущенном газе зашел, крутануло. А, я еще пытаюсь не съехать на гравии. Думая, что это, блядь, перегонка. Что можно резать, блядь. Главное, скопами не за это. Не забатлаться. Так, минута и километр остался. Извилистый. Good night, блядь. Ой, да тут серпантин вообще. Мини-серпантинчик. Возвращайся, возвращайся, быстрее. Перепутал поворот. Надо разыграться. Если прошлую серию записывал, я ездил там, блядь.
В это я сразу зашел. Так, третья посылка. Хорошо, день лотус еще. БД картинг. Ну тут, конечно, в перспективе Б брать, блять, лучше. Картинг, да? А что за... А, ну это отрезок. Ну давай проедем, попробуем. Там по-любому кто-то Б будет против нас. 25 тысяч, почему нет? А, нет, подожди, никого нет. Еще и шкала есть. Штрафа. Первая пробуксовка. Да, возможно, тут на Б надо ехать. Какой-нибудь Катерхэм, что-нибудь такое покупать. Хотя странно, Д, Б, А, С. Почему класс именно С не может участвовать в этом картинге? Удивительно. Давай, 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 давай. 6, 7. Я успел. Шикарно. Молодец, Лотус. И то, если чуть чище проехать, что и то 2-3 секунды можно еще выиграть. БЦ, береговой маршрут. День Форд, блядь. Так. С. Е. Жаждете скорости. Е можно пройти. 5000, блядь, стоит. Давай пройдем. Не люблю я непройденные гонки. Вот такие вот. У меня Skyline, другого пока нет. 393 лошадки. Бля, я на вторую переключился, мне на третью переключили. Да. Так, 5000, чё так мало? Не, ну и гонка, посмотрите какая. Тупо кусочек дороги проехал. Всё. Так, хорошо. Е, прыжок ангела. Ой, сразу поехали его. Сейчас будем гонки, которые видеть, проходить. Песня лагает или что, что-то я не пойму. Так, репение такое. Так, 2.45. 7 точек. Трафик есть, но шкалы нет. Такое ощущение, что звук куда-то мотора пропал. Или это я его заглушил? Давай чуть-чуть хотя бы вот так маленько погромче сделаем. Ну, Skyline он вообще тихий, у Лотуса громкий. Мелкая машинка такая орёт, блядь. Ли делать можно медленнее, аккуратнее ехать, но тогда ёб твою мать, по времени не успеешь. Почему гонку прыжок ангел назвали? Thank you.
четко прям в него. И так, так можно и не успеть с такой остановкой, с лобовыми столкновениями. На 45, да, ехать, блядь, еще далеко. Блять, откуда вы беретесь, а? Да я не успею, тут эту гонку надо ехать вообще без аварий. Каким-то образом. Наверное, ее за кадром пройду, чтобы время не тратить. Если гонку я с первого раза не прохожу, то, скорее всего, я ее буду перепроходить. Ну, вообще, в принципе, успел бы, наверное, если бы сейчас там не зацепился. 2.35, а нет. Успел, странно. Ну да ладно. Так, дальше. Это что такое? День Додж. БЦ. Тоже С, да? Это что такое? ДЕ, дикая местность. 20 тысяч. Ну, даже не знаю. Давай попробуем на Skyline. 162, призовой результат. Почему так мало? Вот опять я на вторую переключаю, меня на третью переключает. Только на Skyline такая херня. А, это, видимо, из-за трафика. Типа, дикая местность, блядь. А куда я поехал? Давай. Перезапуск. 3, по левой 2, стороне надо 1, ехать. Go! Там этот трафик ебливый. Просто пиздец, как он напрягает в этой игре. Как ни в одной другой. Вот так надо здесь проезжать. Выезжаем вот сюда. Тормоз. Ну конечно. Кто бы сомневался. Да, Platinum игра полегче из-за машин. Там машина F-класса заряженная, может ехать 320, блядь. И на ней гонки просто F. Проходится на изи. На время, там радары. Ну, второе место, ладно, я ее потом перепройду. Не знаю, почему второе место. Догадываюсь только из-за одного чекпоинта, где трафик мне помешал. И все. Удачный день. Это все пройдем на быстрой машине какой-нибудь. День Форд. Да, я еще за кадром покатаюсь, какие-нибудь уебищные гонки попрохожу. Может быть, вот эту... Не, но эту перегонку можно пройти и на видео. Вот, День Лотус. Замечательно. Две или три гонки. Я точно помню, что есть День Лотус. Вот сейчас мы их и попроходим. Лотус Элис мне понравился. Я бы XC купил, бы XH, вернее. Но, блядь, C-класс. Esprit нормально, я на нем ездил. По этой причине только и купил Элис попробовать. Тест-драйв можно даже в тестовом, можно так сказать, режиме пройти гонку вон. Типа обкатать трассу, что-то типа этого.
Так, поехали. О, черт, тут три лотуса всего лишь в игре. Вот он, Эксайч. Мне он больше всех из лотусов понравился. И то у меня лотус третьего уровня тюнинг и стоковый вон Эксиш. Можно сказать, уходит потихоньку. Да, если бы он нормально ехал, было бы, с ним проблемнее было бы ехать. Нет тут максималки у лотуса, просто нет. Он не этим славится, блядь. Он очень легкий. И юркий. Так. Занесло маленько. Ну ладно. Да как так? Как так? Прикольно. Видите, какой-то тупорылый трафик. Это просто ужас. Есть шанс, что он наоборот от тебя в сторону повернет, но чаще всего на тебя он повернет. Нахуй ты включал поворот. И какой дебильный просто трафик, это ужас, а. Реально хочется его просто отключить и все, ну, без него ехать. Такая глупость вообще, этот трафик, с ума сойти можно. Он ничего в игру не приносит, кроме, блядь, лишнего. То есть это он абсолютно лишний в этой игре. Он не лишний, если ты просто по острову едешь, да, он какое-то ощущение населения, что ли, острова создает. Ну и все. А в гонках таких зачем он нужен?
по-моему, тоже я хотел как-то его или удалить, или что-то сделать, но потом, ну, не стал этого делать, потому что, ну, как сказать, что это тогда будет вообще за гонки? Они все будут легкие, я думаю, потому что здесь в этой игре именно только трафик является уровнем сложности гонок. Не компьютерные соперники и не время, отведенное для гонки, а только трафик. Если его нет, все гонки проходятся на изи абсолютно. У тебя полная дорога, свобода действий абсолютная. Выбирай любую траекторию, жми на полную и все. Но если трафик присутствует, он заставляет тебя выбирать какие-то дебильные, абсолютно безрезультатные траектории движения, тормозить, объезжать его, уклоняться от него. Ну, лишняя вещь в выборах таких. В NFS Underground он есть, но там он не в таких количествах есть. Вроде кто-то едет, но проблем с ним особо не было. Он единственное, что мог из-за угла, когда ты поворачиваешь на большой скорости, и не увидел машину. И там в повороте уже трафик. Кто-то там стоит или поворачивает на тебя. Это да, бесило, помню. Но в целом, там от сложности зависело выбор сложности игры и заскриптованность ботов. Ну вот, в принципе, день Лотус. Машина отбилась. Так, ну это вроде еще не все, да? По поводу День Лотус. Проезд Добрая Надежда. Вот эту пройти надо штуку. Вот эту можно пройти. Ну давай доедем. Вроде помню, что еще были гонки День Лотус. Либо они откроются потом, либо они где-то сейчас есть, надо их поискать. Но Лотус я продавать не буду. Проезд Добрая Надежда, 3:30. Время. Переключайся, господи, что это за пробуксовка дикая? Только хотел сказать, что трафика нет. Трафик есть, естественно. Шкалы нет времени. Класса, я помню, мне понравился Volkswagen, который перегонял я. Как он там, синхрон называется вроде. Шикарно.
Так, конопляные поля. Вот видите, снова надо эти телодвижения делать, тормозить, маневрировать вокруг трафика. Это, блядь, это надоедает, честно. Не напрягает, это надоедает еще. В каждой гонке трафик. Где его нет, гонка считается наиболее легкой. Если нет трафика, то это заведомо легкая гонка, можно так сказать. Просто машину покупаешь, либо получше, либо тюнингуешь, и все. Гонка пройдена 100%. Но если эти машинки есть, то гарантия сводится к 50%, я думаю, из-за рандомного появления в тех или иных участках. Вот никого там не было, одна эта машина сейчас просто появилась здесь в повороте, да и все. Ладно бы угол, ну, вернее, обзор, дальность прорисовки была хорошая, чтобы я видел трафик там за километр, не знаю, а не за 100 метров. А так он просто фары появляются в 100 метрах от тебя и все, и думать, что хочешь. Это тоже недоработка большая. Типа его видно было дальше, где он там едет, блядь. Можно было как-то там предпринять действие, выбрать заранее траекторию. А в 100 метрах трафик — это ни о чем. Так я еще и успел. 3:25, еще 5 секунд времени. Хорошо. Я помню Лотус, точно были гонки Лотуса. Где они? Это что такое? Король дороги. Один против времени. Лотус трофей, вот, пожалуйста. Стоп. Шкала есть времени. Но тут уже можно взять любой Лотус. Да, я, конечно, немного фраернулся, блин. Надо было поступить иначе. Машину D-класса купить другую. Например, какой-нибудь Ford или там Mercedes. А для Лотуса снять, арендовать Лотус сам для день Лотус, потому что тут же не написано там Лотус D класса или Лотус там C класс. Ой, занесло сильно. 2:30 круга еще. А где я там съехал? Ну и закупорка с передачами у него небольшая есть. Первая, вторая. Неприятная тема. Кстати, интересный момент. Lotus Elise R, на котором я еду, и Lotus Exige, вернее Lotus Esprit, находятся в одном классе почему-то в D, а Exige в C. Хотя Esprit, мне кажется, побаще будет V8.
Но, тем не менее, на класс он хуже почему-то. Так, но все равно успел. Ну, трафика нет, видите, гонка легкая. Если бы тут еще был трафик, о. Морское побережье, поехали. Гонки для класса закрывать. О, Ягуар, Мазератти. Мерседес, по-моему, слева был. Не, по прямой сейчас они тут все от меня уйдут, конечно, но эта трасса будет. Да ёб твою медь. Эта трасса кольцо, поэтому я и сделаю. Надо только вкатиться в нее, так сказать. Да, плохой, паршивый круг первый. Очень паршивый. Да, вот это излишняя легкость лотуса, если ехать, ну, срезать там по каким-то кочкам, его очень сильно подкидывает. Прям совсем плохо в этом плане. Он неустойчивый сразу становится, теряет. Сцепление, все. Не, это не дело. Надо начинать заново. Тут надо лидерство отыгрывать и ехать уже. Машины в D-классе есть намного лучше, чем Lotus мой. Но, блин, я уже говорил, почему я его купил. Но чувствую, что я поспешил. Да. Надо было просто вспомнить о том, что можно машинки арендовать было. Найти этот Lotus. Заплатить за него сколько там, 1000 или 2000 долларов. И пройти гонки, там, Lotus трофей на аренде. Но, блин, забыл. Ой-ой-ой, я, блин, я помню что-то такое, вот эти развязки. Ехал я на какой-то здесь машине, не на Lotus точно, и таких подлетов вообще в помине не было. Что ж ты будешь делать? Не довернул немного. Так, два круга. У меня по прямой они все будут догонять. Эта машина слабая. На длинных дистанциях. 235. Газ не отпускал, тормоз. Хм. Че я так развернул? Ладно. Чувак едет, у него машина тяжелее гораздо, чем у меня. Режет углы. Без проблем, и все. Сохраняя скорость, блядь. Малейшая ошибка, и я проиграл. Так, чуть-чуть время вроде выиграл. Хотя нет,
100 метров, блядь, 140 метров. А вот и финиш. Да, я по-моему в D и Aston Martin вообще есть уже машина, если я не ошибаюсь. Так. Король дороги нет. Тоже нет. Петля Мадинья. И Маркус. Давай, наверное, попробуем пройти эти петли. Отходил на секундочку. Так, ну тут с нами участники есть. Есть штраф 140. Ну блин, дружище, едь где-нибудь ты слева или справа, а не по центру. Интересно, они понарушают по шкале, выбьют их из гонки или что будет с ботами, очень интересно посмотреть. Они вон по гравию поехали, блин, смело. Ну, повторяются что-то в этом, в этой радиостанции песни, одни и те же. Вот их 2-3 штуки и тормозим. Вот это вроде не играл. Да, надо, блин, будет песен накидать. Все, следующую серию не буду записывать, пока песен не насобираю. Дичь вот эту по дефолту слушать, это просто такое дерьмище играет, откровенное, блядь. Три круга. Ну, трафика нет, тоже гонка легкая, и шкалы не было. Видите, трафика нет, разрабы хотя бы шкалу сюда запихали, чтобы хоть как-то усложнить гонку. Но она легкая. Если нет трафика. Даже со шкалой, блядь. Она все равно легкая. Сложность здесь определяет только густота трафика. Чем его больше, тем сложнее гонка. Все. Ни соперники, ни шкала, блядь. Все это херня. Под соперников можно подстроиться машиной. Да так же, как и под шкалу. Просто едь ровнее, все. А вот под рандомный трафик ты не подстроишься. Skyline намного лучше Лотуса. Намного. Да, привод полный. Решают, блядь. Надо будет... Не, ну C-класс я, в принципе, машинку уже подобрал. Деньги нужны на нее. Сейчас, кстати, пройдем гонку, посмотрим, сколько там денег. Может, хватит. Заранее, чтобы купить, машина уже была. Мало ли раз. Ну, я уже видел гонки BC, там CD были. То есть она уже сейчас нужна, эта машинка. Вот, для G-класса Миурка у меня стоит. Шикарная.
вот абсолютная легкотня. Они в километре, полтора, два километра от меня. Ну и все. Хотя у них хорошие машины у всех, а едут непонятно. Последний круг. И что шкала, 140 шкала? Для зачем она нужна? Мы поменяем радиостанцию. Фермера, блядь. Ой-ой-ой-ой, заигрался со скоростью. Совсем заигрался. Посмотрел на таймер. Ладно, фигня. Надо же, я догоняю, вот смотрю, по расстоянию кого-то. 600 метров было, 700 на второй круг. Вот он, финиш. Легкотня, абсолютно. Еще бы интересно, можно было бы посмотреть на время, где там они едут. Очень хотелось бы это увидеть. Итак, перегонки со временем. Маркус, он хочет посылку. Да давай доставим и посмотрим потом по деньгам, хватит мне на машину. Ты за посылкой? Да, 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 прокуренный это чувак. Или 20 он дает время. Думаю, успею. В посылках, да, вот тут трафик уместен, вот здесь вот. Это как бы задание такое, что типа на копов не нарвись, то есть заведомо, что они могут быть. Тут у меня нет вообще претензий никаких. Ой. Кнопочка, как ты меня заебала. Задерживался. Не было. 1 Адам 6, говорит диспетчер 11. Прекратите поиски и возобновите патрулирование. Повторяю, 10-16 и 10-1. Отмазали.
Так, а успею ли я, блин? Минута времени, 2 километра. Да должен, по идее. Секунд, давай. Ну да, вот, благо тут прямая. Все хорошо, перегонка, вернее это. Так, теперь что? 328 тысяч есть. Где Феррари? Вот они. Вот машина, которая мне нужна. C-класс. Вот она. Да. Почему-то черный класс, черный цвет стоковый. Темно-красный не сочетается, черный в принципе норм. Или такие цвета телесные, ну какой, наверное, возьму. Все, машина C-класса есть. И машина сразу для день Феррари там тоже есть. Смотрите, как она идет хорошо. Что ты делаешь, а, друг мой? Что ж ты делаешь, бля? $96,000. Интересно, есть ли тюнинг для этой машины и сколько он будет стоить? Надо дорабатывать машинки. Итак. Есть 115 тысяч. Во, вот это уже интересно. 357, 3,5. Хороший разгон, 670 лошадей, считай. И чуть больше, чем на 100 килограмм. Легче. На 130 килограмм легче будет. Отлично. Надо копить бабки. Ну и это, в принципе, делается легко. Проходится какая-нибудь перегонка, вот такая 90 там тысяч. Это что такое, кстати? DE, один против времени. Так, пусть серия будет чуть-чуть длиннее, давай вот это довершим. DE, я возьму Skyline, естественно. D поперспективнее класс, но не думаю, что на Lotus у меня получится лучше. Например, на D какой-нибудь другой машине, там, на Aston Martin, я бы его, наверное, взял, а не Sky. Минута 55 всего лишь, трафик тут есть. Пока не вижу. Шкалы тоже нету. Удивительно. Удивительно. Один против времени. Гонка говорит сама за себя, что тупо время, ни шкалы, ни трафика нет. И соперников тоже нет. Езжай. Выиграть тебе надо у времени. Ну попробуем. Чему нет?
Да, блядь. Я сегодня же нахуй посмотрю музыку для радио. Повыбираю. Может быть там из ТДУ Платинум, которые у меня были, будут перекликаться. Я просто уже не помню, какие там есть, какие у меня на компе есть. Ой-ой-ой-ой. Спокойно успел. 15 секунд. 15 тысяч. Копеечная гонка. Это что такое? Только автомобили. 90 тысяч. А вот такую вот херню пройти. И бабки на тюнинг есть. О, это Миура. Ладно, на этом тогда серию буду заканчивать. Я за кадром покатаюсь еще. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.